У нас сегодня заказ игры от Кромика, от нашего зрителя. Вот, он заказал игру, которая называется Black Skylands. Я не знаю, что это за игра, вроде как пиксельная. Вот. Я предупреждаю сразу, так как я сегодня вот это вот проходила много, меня, может, не хватит на долго-долго. Вот, может быть, 6 часов я не смогу высидеть. Но как бы сижу сколько смогу, да. Вот. Блин, нога болит, капец. Я тут сегодня просто жесть какая-то. Я сейчас, давайте я вам покажу. Я сегодня и ишкой себе делала разные картинки. Ну так, на будущее. У меня там промотов просто насобиралось офигеть сколько. Смотрите, я тут сидела себе делала. Смотрите, царица павлинов какая, а? А вот это посмотрите. Посмотрите, какая красота. Господи Иисусе. Господи. А вот это. А вот это. Вот камешки какие-то перебирает царевна яка-то. Так, ну, тут я пыталась сделать аниме-картинки, но оно что-то не захотелось, короче, анимешкой делаться. Что еще у меня тут? Вот я, значит, тут вот царица радуги. Царица радуги, да, здравствуйте. Тут я пыталась сделать из себя полуволчицу, здесь полулисицу. Вот, вот это, кстати, очень красиво вышло. Ой, еще, кстати, мне очень понравилось. А где эта картинка? Позже было. Вот, вот это прикольное. Ну, это я тоже пыталась сделать анимешное, но оно почему-то выходит не анимешное. Я не знаю, почему тут не хотят... Раньше вроде делались аниме-картинки, а сейчас нет. Во, мне вот это понравилось, особенно вот эта картинка. Боже, она какая-то сумасшедшая. На каком сайте ты делаешь? Artflow. Artflow. Если хотите, могу вам дать... так, где тут вот ссылочка моя реферальная, по ней регистрируйтесь, и вам, мелочи, стримеру приятно. Вот, мне тут бесплатные эти штуки будут давать за то, что я приглашаю ребят. Вот, и тут изначально закидываешь, короче, энное количество своих фоток, и потом делают, типа, твой скульпт, твое лицо, вот, и по нему, ну, то есть вот тут тег мой, допустим, да, и я по нему потом пишу промпт, выбираю стиль, и вот делают мне 4 картинки за один кристаллик. Вот, я сегодня уже, наверное, штук 100 потратила, вот, тут я вот себе ангела сделала. Вот это белочки, кстати, которые я скинула в Телеграм. Вот, захотела я быть белочкой, не знаю почему. Так, что у нас тут еще? Это вот на закате я хожу. Это я принцесса из мультика «Чудовище». О, вот это мне еще тоже понравилось. Такая классная она. Вот, тут я что-то в джунглях цветы собираю. Тоже вот это пипец какая красивая вышла. Господи Иисусе. Так, такую, мне кажется, даже сложно в реале будет сделать фотосессию. Так, что я еще тут делала? Вот какая-то лесная нимфа с зелеными волосами, леди-рыцарь и вот такая вот девочка в снегу. Девочка в снегу. Еще хотела сделать заставки на будущую ваху у Space Marine. Но что-то картинки, короче, не ахти. Я прапору выслала на одобрение. Он сказал, все говно. Я такая, ладно, сделаем новые. И вот это вот я сегодня целый день вот этим вот занималась. Сидела вот. Ну, я там сделала шорты, сделала расписание. Короче, все сделала вот. И что-то мне захотелось поделать себе картинки разные. Вот так вот. Так, все, пойдемте в игру играть, да? Так, я такая, главная запись для Ютуба включила и пошла, короче, про сайт рассказывать. Если что, это не реклама, это моя, это самая рекомендация. Но если вдруг ИИ от Сбера захочет у меня прорекламироваться, приходите. Отрекламирую вас полностью. Ой, так, вот это закрыть надо, да? Ой, что ж там за игра-то такая интересная? Извините. Кристаллы восстанавливаются сами или их нужно покупать? Можно покупать или тебе выдают определенное количество в месяц. Вот как раз можешь сейчас зарегистрироваться, тебе дадут. А, нет, сейчас же новый месяц, лол. Или там месяц от регистрации, я не помню уже, как там действует. Почему у меня... А, потому что вот здесь надо...
Зря, картинки норм. Я бы просто на лицо боевых эффектов добавил сажи или царапина от шрапнели. Но прапор сказал, что нам типа не хватает какой-то милишки. Волейбол так и не смотрела. Да, не смотрела. Да я же днем не смотрю, я смотрю после стрима обычно. Так, легкая нормальная, но мы как обычно на нормальная, да? Господи, ослепнуть можно. Тут читать надо будет, да? Или тут не надо будет читать? Непонятно. Что-то громко, как будто бы. Он стыбзил какую-то супер опасную херню? Или что? Не смотри волейбол, мучай прапора до последнего. Не, почему? Я первый сезон посмотрела залпом за 2-3 дня. Да если не за день вообще. Так. Кромик, расскажи мне, что это вообще за игра? Что здесь нужно делать? Расскажи мне. Ева, может не надо? Там еще тренируются настоящие офицеры. Ты не понимаешь? Если пройду полосу препятствий, то докажу папе, что уже выросла. Тогда он точно возьмет меня с собой в экспедицию. Тебя снова будут ругать, когда поймают. Сегодня я не стану прятаться, а уговорю маршала Элдена пустить меня на поле. Так, ваша цель отмечена зеленой стрелкой. Чтобы идти, удерживайте... Ага, понятно... Опять Элси куда-то подевала мои инструменты. Добрый день, Борван. Как ваша лесопилка? Хорошо, Ева. Вот недавно крупный заказ получил прямо из столицы. Похоже, в Империи планируют строить новый флот. Аспия хоть и отдаленная колония Уизни, но... Без нашего дерева сформлита для кораблей... А, господи, без нашего дерева и свармлита для кораблей войну с Нордволдом мы точно проиграли бы. Ага. Здорово, Солсапорт. Ева, непоседа мелкая, что в этот раз? Элси отказалась меня отвлекать? Не-а, маршал Элдон, мне очень-очень нужно пройти испытание именно сегодня. Я не мелкая, мне уже 12. Ну да, это сильно меняет дело. Впрочем, у тебя же день рождения. Давай сделаем так. Возьми тренировочный пистолет и докажи, что можешь попасть в мишень. Тогда я пропущу тебя. Вау! Спасибо, маршал Элдон. Я покажу все, на что способна. Сегодня бот добрый, кроме Ромозавра и Келатива. Так, всем привет. Мадам Писет Сибирь стала. 2 месяца дождей не было. Сегодня пошел за 2,5 часа... Мега мусорный дождь на дорогах, автобусы вот эти синие. Питер авто наполовину под воду ушли, машины под лобовуху, ливневка нифига не работает. Подруга контролером на автобусах работает, показала в салоне воды по сиденье. Ну, чё, вот говорят, что из-за того, что меняется этот... меняется погода, теперь обычное дело будут дожди. Скоро буду, пойду позавтракаю и вернусь. Нет. Нет, здорово, Ваня. И ветеран в тройку вошел. Окей, окей. Климат, да, климат меняется. Да ты прирожденный стрелок, Ева. Даже с повязкой на глазу, кстати. Зачем она тебе? Так, я похожа на капитана Бранта из «Путешествия на край неба». Мне папа все-все книжки про него прочитал. Ладно, капитан, пистолет оставь себе. Ты с ним обращаешься лучше, чем парочка моих помощников. Только им об этом не говорим. Маршал Элдон, вы обещали пропустить меня на испытание. Если попаду в мишени, я попала. Твой дедушка меня убьет. Ну ладно, по крайней мере, у тебя больше шансов дойти до финиша, чем у Аарона. Мальчишка опять где-то застрял.
Спасибо огромное. А, спасибо, огромное спасибо. Огроменное спасибо, маршал Элдон. Я обязательно дойду до конца. И даже Аарона притащу, обещаю. Так. Шестьдесят, главное, что не поза. Почему? Я как знал, этот бот, как всегда, по поводу меня врет. Ничего не знаю, ничего не знаю. Так. А чё? А чё? Начните испытание. Я не туда пошла или что? Птицы какие-то. Нажмите ЛКМ, чтобы выстрелить крюком. О, нормально. Чтобы достать дальше, скатитесь с обрыва спейса, затем примените крюк. Угу. Почему? Что за фигня? Забрать. Почему я не могу его забрать? За меня. Да я жму на Е, но нифига не происходит. Сегодня только дождик и так жестко, как в тропиках. Блин, ну держись там, Серег. У нас в Башкирии почти весь июль дожди шли, да и в августе они продолжатся. Не знаю, для меня эта погода вообще суперская. Лучше так, чем вот эта вот жара конченая. Я прям не знаю, я люблю прохладное лето, извините меня. Я вчера ждала от тебя сообщения, рассказа, а ты? А ты что не написал? Я же деловой делопуп. Я такая думаю, блин, ну написать не написать, потом думаю, ну ладно, ты не написал, значит тебе неинтересно. Виони, здравствуйте. Так, привет, Аарон. Какой раз ты пытаешься добраться до финиша? Пятый? У меня с первого получилось. Ну и что? Нортволку не спрашивали. Придумай уже что-то новое. Я не Нортволка. Нортволка. Папа говорит, если мистер Милс никому не рассказывает, кто твоя мама, то она точно Нортвола. Из Нортвола. А значит, враг. Война давно закончилась, но раз я Нортволка, то оставлю тебя здесь. Сам выберешься. Нет-нет, Ева, стой. Отнеси ящик к мастеру Джиму, а? Он же инженер и обязательно придумает, как меня вытащить, а то ноги затекли. Скажи спасибо, что я уже пообещала маршалу Элдону тебя найти. Ой, промазала. А, я его уже чпокнула. Так, нажмите Е, чтобы потянуть за рычаг. Это вот это, да? Ага. Чтобы бежать, удерживайте Shift. Блин, с ногтями длинными не совсем удобно. Удерживайте V, чтобы применить аптечку. Да я уже применила. Да я уже применила, говорю! Ударь по ящику на F. А я уже пробежала, или нужно вернуться? А, нет, я, конечно, не против дождей, но никогда, не каждый день, не переставая. Это уже перебор. Но если выбирать, жаришка плюс 40 или дожди, что ты выберешь? У нас гроза прошла сильная, и где-то с 14.00 до 17.15 по МСК выключали свет. Ничего себе. Мне все интересно, особенно все, что связано с тобой. Да это со мной не связано. Нажмите Е, чтобы опустить коробку на землю. А
И почему я не взяла ее? Я ее не взяла, кажется, да? Ай-яй-яй. Попроси Барсика, он их отгрызет. Да не, не думаю. Ура! Спасибо, мастер Джим. А Еву ты поблагодарить не хочешь? Это ведь она твой ящик притащила. Не-а, она наполовину Нортволка. Таких нужно депортировать. Вот, осуждаю. Паршивец, не обращай внимания, Ева, это все из-за его дяди. Знаю, но я не виновата, что он погиб во время войны с Нордвеллом. Ты настоящая Аспийка, кто бы что ни говорил. Уверен, когда Ричард вернется, то разберется с этим. Папа прав, Ева. Просто Арну обидно, что ты прошла испытание, а маршала Элдена, а он нет. Все в порядке, Рыжик. Я так часто это слышу, что давно перестала обижаться. Пойдем бегать в парк. Айс придумал. Так, и что тут у нас? Элдон, ты опять потакаешь моей внучке. Я же просил не допускать ее до испытаний. Один неверный шаг и шею свернет. Она же девочка. Это не повод пускать на ветер ее талант. Ты должен ею гордиться, Освальд. Из Евы получится великолепный офицер, а может даже маршал. Правда, дедушка? Я уже прошла это испытание, и моя шея в порядке. Зато у меня скоро будет инфаркт. Хорошо, не будем о грустном в твой день рождения. Это твой подарок. Ее зовут Лума. Ну ничего себе, настоящая моль? Та самая, из гнезда молей? Спасибо, дедушка. Серьезно? Подожди, с молью потом наиграешься. У меня еще одна новость. Ричард вернулся из экспедиции и ждет тебя на фазершипе. Папа, он здесь? Наконец-то. Можно взять твой корабль? Пожалуйста, мы 100 лет не виделись. Или даже 200. Да ты до штурвала толком не дотягиваешься. Дотягиваюсь, и сегодня штиль. Я легко управлюсь судном. Хорошо, только захвати с собой эту коробку. Ее передал исследователь с пустынных земель. Лума поможет тебе перенести груз в трюм. Так. Ух ты, моли и правда такие умные. Кажется, ты нравишься Луме. Если будешь о ней заботиться, она станет тебе верным другом на долгие годы. Кстати, слетай сначала на заправку, иначе не доберешься до фазершипа. Я совсем забыл заполнить бак. Обязательно, дедушка. Увидимся позже. Эля, давай когда-нибудь устроим стрим, где ты всякие истории рассказываешь. Да мне кажется, я уже рассказала все, что... Все, что у меня было в жизни. Ой, извините. Так. Встать за штурвал. Ох, ёб твою мать! Ох, ёб твою мать! Это сейчас будет как с тем дирижаблем. Божечки-кошечки. Ой-ой-ой-ой. Так, вместимость трюма. Угу. Корабельные снаряды в трюме. Угу. Ремонтные наборы в трюме. Угу. Уровень здоровья корабля, уровень топлива, уровень энергии. Угу. Спидометр. Угу. Хорошо. Ой. А как повернуть? Вот так. Вот это заправка или нет? Не, походу нет. Упс. Блин, ну что за говно? Да стой ты! Господи Иисусе.
Что это? Открыть ящик. Лол. Ой, я упала! Лол, вот это прикол. Так, и что теперь? Ага, все. Так, нет, подожди, возьми еще канистру, пойдем ее дозаправим. Я взяла канистру, чи не? Вопрос. Непонятно. Блин, это... Нет, подождите. Как взять канистру, ёпрасте? Соточку. Так, встать за штурвал. Теперь вниз, да? Нажмите удерживайте шип, чтобы увеличить скорость корабля в небе. Однако не забывайте следить за энергией корабля. Окей. Пошли бегать босиком по лужам. Ага. Эля, лучше гоу, приеду через 4 дня в парке Москвы. Пойдем рыбу ловить. Покажешь мне, как умеешь опарыши на крючок насаживать и прикормку. Мешаешь руками. А, нет, бензин не на халяву, тут валюта синенькая отплатишь. Ну, ребят, я только начала ходить без костылей, какой гулять, вы чего, алло, совсем что ли? Уверен, что это Рой. Я их своими глазами видел, Ричард. Папа, тебя так долго не было, я очень-очень скучала. А куда ты летал? Что нашел? За край неба выбрался? Отца китов видел? А вот... Не таратурь как бешеная, иначе у меня голова разболится. И откуда у тебя повязка? Ты повредила глаз, пока меня не было? С моим глазом все нормально, но так я больше похожа на отважного капитана Бранта. А еще, представляешь, я прошла испытание маршала Элдена. Теперь ты можешь взять меня в экспедицию, я готова. Опять Элден лезет, куда не просили. Ева, мои путешествия опасны. Ты еще ребенок и не понимаешь. Но мне уже 12. Хорошо, что ты успел на мой день рождения. Дедушка устраивает вечером праздник. Он думал, что это секрет. Ева, если ты не против, мне нужно кое-что обсудить с коллегой. Сними повязку, она тебе ни к чему. Но я же соскучилась. Ой, забыла, дедушка просил тебе передать вот эту коробку, сказал, что ее прислали из пустынных земель. Певица Беовульф, которая поет про «Восстану как Годзилла»? Я что-то даже не знаю, как она выглядит. Ничего себе, папа, что это такое? Папа? Ева, ты ведь хотела отправиться со мной в путешествие? Думаю, самое время собирать вещи, мы летим в Блэк-Холл. Тебе понравится в столице. А? Сейчас? Да, Ева, сейчас. Мы больше не можем оставаться в Аспии. Но, папа, я не хочу никуда улетать. Как же праздник? Потом напишешь Освальду письмо. Пригласим погостить. И Элси тоже. Послушай, я ведь знаю, что тебе здесь тяжело. Люди шепчутся. Потому что ты никому не рассказываешь о моей маме. Ты всегда молчишь и переводишь тему. Она правда была из Нордвала? Ева, я... Неважно, мы улетаем немедленно. Восемь лет спустя.
Ай, больно. Из тебя получится хороший офицер, говорили они. Диплом военной академии Уизнийской империи поможет твоей карьере, говорили они. А потом выдали дырявую лоханку. Вместо корабля и отправили на другой конец империи. Не таким я представляла свое возвращение домой. Так, встаньте за штурвал корабля. Китовья глотка, какого? Удерживайте ПКМ для прицеливания бортовыми пушками, затем отпустите, чтобы произвести залп. Ой. Да что ты? Я что-то, если честно, не понимаю. Ля, что за самонаводящиеся эти самые штуки? Жопные кочерышки. Так, удерживайте Е, чтобы починить корабль. А, это, наверное, вот здесь. Здорово, Денисыч. Офицер Милс, напоминаем, что вашей основной задачей является расследование причины отсутствия докладов со стороны маршала Элдена. Ждем от вас подробного отчета, как только разберетесь с ситуацией. Аспиа – важный стратегический ресурс, Империя не допустит ее потери. Ну да, только выжмет из своей колонии все соки, как проклятый Свармлит. Увижу маршала Элдена, выскажу все, что думаю о его Академии и офицерах. В Аспии я была Нордволкой, в столице Узней Аспийкой. Осталось только попасть в Нордвол, где обзовут Узнейкой. Ладно, надо быстрее добраться до Фазершипа. Так, а что вообще у меня тут? А что мне нужно? Долетите до Фазершипа. А что у меня с... Да вроде все ок. Ух, ёпта, извините, простите. О, тут все горит. Здорово, Кумихо. Отпустите гражданских, они не представляют для вас опасности. Об этом надо было думать раньше, маршал, до того, как вы вошли пошли против Каина. Маршал Элден? Да что здесь творится? Ладно, сначала избавлюсь от пиратов. Задавать вопросы буду позже. Ой. Где враги-то? Тут же были. Ай-яй-яй! Походу давление у меня, голова вообще с ума сходит. Здорово, Лакич. Мне бан, не, еще там не бан. Ящики на F разбивай. Какие именно ящики, расскажи-ка мне. Вот эти? Блин, реально. А вот эти? Тоже. Ага, хорошо, спасибо. Сука.
Так, надо в трюм корабля. Ой. А это трюм не моего корабля или моего? Что-то я не понимаю, какого корабля это трюм. Помогите. А как мне вам помочь, рыбки мои? Я не знаю, как вам помочь. Ящик с модом с каким-то. Моего? А, значит, не стоит забирать из трюма моего корабля, да? Так, чёрт. Топорик вот этот нельзя подобрать? Вроде нет. Как их освободить, я понять не могу. Это кто? Враг? Чини. Ой-ой-ой, ой-ой-ой. Черт, 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 черт. Ева, мои глаза меня не обманывают. Освальд рассказывал, что ты поступил в Академию. Он будет счастлив тебя увидеть. В Блэкфолле от вас получили последний отчет полгода назад, что здесь творится, маршал. И как вы позволили пиратам захватить Фазершип. Эй, повежливее. Не знаю, кто ты такая, но с маршалом Мелдоном я так разговаривать не позволю. Эмиссар Узнийской империи Ева Милс направлена в Аспию после выпуска из военной академии для расследования текущей ситуации. Слушай, мисс Академия, не ссорьтесь. Ева, ты все такая же прямолинейная. Этого балбеса зовут Питер, он мой помощник. Недавно в Аспии появились Сокол и Каин, пираты, которые охотятся за Свармлитом, похищают людей и продают их в рабство в Нордвул. Соколы обстреливают из своей гаубицы все корабли, которые пытаются выбраться из Аспии, чтобы рассказать о том, что происходит. Мы хотели использовать фазершип, чтобы прорваться, но соколы каким-то образом раскрыли наш план. Результат ты видела. Слышите? Что это за звук? Ракеты, всем в укрытие! Ой, маршал Элдон, проклятье! Наверняка один из прихвостней Каина сбежал и успел донести. Ева, принимай командование. Что? Нет, почему я? По уставу я должен передать старшему, ты эмиссар. Маршал Элдон, вам нужно беречь силы, пожалуйста, держитесь. Ха-ха, мне недолго осталось, Ева, позаботься о фазершипе и об этом балбесе, а то в нем дурости много. Я обещаю, сделаю все, что смогу. Блять, это так смешно, извините. Вот и хорошо, всегда знал, что однажды ты станешь маршалом. Кажется, этот гроб последний. Поговорите с Питером. Ох уж это жесть тут гробов. Я в шоке. Строительство. Корабельная мастерская. Починить. Древесина, камень. У меня такого нету. Чего тут? Нести фонарь, помощь Лумы. Куда его нести? Не надо его никуда нести.
аптечке патроны есть. Что это, патроны? Или что? Непонятно. А, ну да, патроны. Так, сейчас я еще посмотрю, что тут полутать можно. Так, ну вроде все. А что я тут не могу пройти? Да что за фигня? Здорово, птичка. Мы тут плюшками балуемся. Зайди ко мне, Питер. Твои раны надо обработать. Да у меня всего пара царапин, доктор. Здесь есть те, кому ваша помощь нужнее. Кто бы сомневался, что именно так ты и ответишь. Здравствуйте, маршал. Меня зовут Руф. Ну, а вам требуется врачебная помощь? Благодарю за предложение, но я в порядке. Все готово, Питер. Пора начинать. Нужно что-то сказать напоследок, но у меня не получается похоронные речи. Я проведу церемонию прощания, не волнуйся. Аж пипа из-за тебя упала, лол. Меня давно не было на Фазершипе, но я помню многих из тех, кого мы сегодня потеряли. Мне больно прощаться с ними. Маршал Элден говорил, что справедливость всегда торжествует. Он был хорошим человеком и хорошим маршалом. Я постараюсь следовать его примеру. Смерть наших близких не останется безнаказанной. Небо всегда голодно. Небо всегда голодно. Прикольно. Обожаю YouTube. Ищу быстрые рецепты, он мне рекомендует рецепты, за ним тренировку спортивную. Ну, чтоб меньше жрала. Кайна и его соколов нужно остановить. Я соберу людей. Отставить. Я не отдавала такого приказа. Сегодня я отправил в небо 20 гробов. 20! Мой отец погиб из-за соколов, а теперь и маршала Элдена не стало. Кайна надо уничтожить. Его надо судить по законам Империи, ты не можешь быть одновременно обвинителем, судьей и палачом. Зато точно станешь преступником. Маршал Элден наверняка с ума сошел, если назначил узнейку на свое место. Да один аспид стоит 3 пиратов, нам хватает храбрости. Ну да, храбрости хватает, а вооружения кораблей и солдат что-то не видно. Я родилась в Аспе и хочу защитить ее так же, как и ты. Но для начала нам нужен план. Отправь Моль с сообщением в столицу. Это абсолютно бесполезно, но раз уж таков приказ мисс Академии, то я, разумеется, его выполню. Ах да, вы теперь маршал, так что разберитесь, почему с острова Милсов пришел сигнал бедствия. Вот, возьмите планшет, а то заблудитесь. Можно я его стукну? Кажется, теперь я понимаю, что имел в виду маршал Элден под дуростью. Сигнал бедствия, да? На острове Милсов никто не живет с тех пор, как мы с отцом улетели. Или он вернулся домой, или что-то здесь не так. Так, верфь. Водичка! Водичка, ваше здоровье. Можно. Такое же чувство было. Чего? Что? Так, корабли. Сменить корабль. Ем. Я гусь, я до тебя доебусь! Я в тебе не сомневаюсь. Так, бегемот. Что здесь надо делать? Я не понимаю. Снаряжение. Но это новое, да. Корабли. Сбалансированный пулемет — отличный выбор для новичков. Плотная волна снарядов, от которой сложно увернуться, хороший на средних и близких дистанциях. Время перезарядки 6 секунд. Ну давай цунами. Я установила или нет, вопрос? Я не понимаю.
А это что такое? А, что-то нужное, да? Ева, это действительно ты. Я ушам не поверила, когда услышала о том, что маршал Элден погиб. А тебя назначили на его место. Папа сильно ошибся, когда посчитал, что на фазершипе мне будет безопаснее. Слава киту, ты не успела до него добраться, иначе оказалась бы в руках пиратов. Кстати, почему ты о них никогда не писала? Сначала это казалось незначительным. Стычки на границе с пустынными землями время от времени случались, а потом письма перестали доходить. Где сейчас мистер Джим? Его инженерный талант нам бы пригодился. Последний раз мы виделись в мастерской, с тех пор прошло несколько дней. Я посылала Моль сообщениями, но ответа не получила. Рыжик, не волнуйся, наверняка мастер Джим опять заработался. Ты как-то упоминала, что он даже поесть забывает, когда возится со своими проектами. Надеюсь, ты права. Мне далеко до мастерства папы, но я хочу помочь с ремонтом фазершипом. Буду рада любой помощи, тем более твоей. И прекращай себя недооценивать, Элси, у тебя золотые руки. Спасибо, Ева. Мне тебя не хватало. Возьми, я долго трудилась над этими крошками, а то в Аспе с одним пистолетом не выживешь. Дробовик. Так, амулеты. Амулеты добавляют пассивные умения и дают бонусы к характеристикам. Их можно находить в мире, получать в награды за дополнение квестов или покупать в магазине. Собирайте амулеты и выбирайте те, что больше подходят вашему стилю игры. Так, талант фокусника. Ева перезарядит свое оружие быстрее, если вовремя нажать перезарядку еще раз. Окей. Угу. Чем могу быть полезен? Я просто хотела поздороваться. А, нет, надо что-то купить, да? Расходники, корабельные снаряды и ремонтный набор. Продать канистру. А что мне надо? Купите снаряды для корабля. А, снаряды для корабля. Есть. Так, доберитесь до острова, пополнить боеприпасы. Так, канистра ж... Блин. Это вот то, что я тут падать могу, это, конечно, да. Так, нет, подождите. Канистра стопроцентниковая, так что ок. Поделать Ваньку на... А, самобан, понял. Не поняла, за что. Постреляй по темным камням. По каким темным камням? Тут нет никаких темных камней. Какие темные камни? А вот какое у вас у всех коронное блюдо в готовке? Моя, наверное, окрошка. А, хотя на самом-то деле я много чего готовлю хорошо. А, но, наверное, самое лучшее у меня получается салаты и выпечка. Ниже пролетала мимо них. А, ну может еще будут впереди. Ой, господи. Ой, блин, я теперь спать хочу. Мне еще надо покушать. Я так устала. Так, а куда мне? Мне сюда надо, да? И чё? Постреляла и нифига. А снаряды с этого пулемета не тратятся? Я вроде не вижу больше нигде. Импульсный щит. Нажмите Q, чтобы активировать импульсный щит. Он поможет защитить корабль и отбить атаку противника. Отраженные снаряды могут нанести врагу существенный урон. Нормально. Ну я жму Q, а оно нихера. Ой!
Да господи, где я? Могу сразу сказать, ты зря заказал эту игру. Я ненавижу такие игры. Я не умею летать и ездить. Это пиздец какой-то. У меня жопа горит с такого. Починись. А как мне починиться? Вроде все. Здорово, Женек. А что это вообще я собираю? Ой-ой-ой. Что вот это? Я пытаюсь забрать, а оно, короче, нифига не забирается. Вот я жму Е, и нифига. Почему? Так, у меня есть ящик с модом. Его нужно поставить на фазершип, я насколько понимаю, правильно? Соответственно, мне нужно, чтобы его забрала Моль. Что-то, если честно, я пытаюсь вдуплиться, но у меня плохо получается. Сегодня бот добрый, так что
Всех сегодня любит. Да блин. Ай-яй-яй. Нормально. Но лучше, конечно, не вот это. Ну ладно. А, тут босс, да? Нет-нет-нет, стой-стой-стой, подожди. Где тут патрики восстановить? Ну, либо, может, вот эту. Ага, вот. Оно ж бесплатно мне пополняет? Или нет? Ай. Так, здесь больше не осталось противников. Думаю, можно считать этот остров зачищенным. Странно, здесь нет никого, кто бы мог попросить о помощи, и следов отца тоже не видно. Он так и не рассказал, почему решил улететь в Блэкфолл. Может, в доме найдутся его записи? Так, и что? Странная трещина. Ничего себе, настоящий клад. Интересно, кто его закопал и оставил записку? «280-й год после раскола, 18 февраля. Война проиграна. Аспия стала колонией Узнийской империи, а подхалимы в совете фракций готовы лизать зад новому губернатору. Меня от них тошнит. Мой капитан Гектор зовет всех, кто не согласен, в пустынные земли. Говорит, что там по-прежнему ценят свободу». Уж эти свободолюбивые... Так, ну вроде я тут все зачистила, да? Сейчас я еще раз гляну. Можно еще турель, конечно, взять. Она такая не особо починена. Опа. Так, назначение оружия. Вы можете быстро переключаться только между тремя видами оружия. Чтобы сменить одно из них, зайдите в планшет на вкладку снаряжения, нажмите ячейку оружия и подберите замену. Хорошо. Какие-то заметки отца. Неужели не исследование, а настоящий дневник? Апрель 345 года после раскола. Возможно, я совершил тогда страшную ошибку, но когда вижу улыбку Еву, сомнения рассеиваются. Июнь 346 года после раскола. Признаю поражение. Дети неуправляемы. Я хочу защитить Еву, однако боюсь, что однажды придется защищать других от нее. Что? Да я всего один раз с Араном подралась. И это все? Я-то надеялась узнать, почему мы бросили наш дом. А? Шум моторов? Новые враги, что ли? Каин, полагаю. И сигнал должно быть тоже твоя идея. Ты сообразительна, это упрощает дело. Чего хочешь? Свернуть твою маленькую шейку, девка. Столько наших завалило. Крэш, держи себя в руках. Я ценю профессионалов и предлагаю тебе сотрудничество, Маршал. У меня есть деньги. Мне ничего не нужно от пирата, который разбомбил Фазершип. Если бы Элдон был умнее, мне не пришлось бы использовать такие варварские методы. Я все-таки предпочитаю договариваться. Поразмышляй над моим предложением. Не хотелось бы убивать второго маршала подряд. Или кого-то из твоих друзей. В Аспии повышения не дождешься, а ты молодая и амбициозна. Неужели хочешь похоронить себя в этой дыре? Передав свою должность, Элдон тебя подставил. Я же предлагаю выгодную сделку. Обсудим детали. Интересно, если они свободолюбивые? Тихо! Ветеран, сейчас получишь. Проклятие, договариваться он предпочитает, придурок. Ладно, надо взять себя в руки. Это не последний наш разговор.
При стрельбе кораблем можно одновременно стрелять и пулеметом, и бортовыми орудиями, но это потренироваться в бою нужно, и старайся не останавливаться, хотя бы малый ход давать во время стрельбы. Ну, блин, видишь, мне сложновато. Так, ну я вроде все сделала. Так, сейчас я пополню. Так, вроде все пополнила. Так. Давай заберем тебя. Так, мне тебя не надо чинить же, да? Вроде не надо. Так, тут дозаправка. Тут вот дерево какое-то есть, да? Ну, пошли обратно на фазершип, окей. Че, какой-то корабль большой? Ой, нет-нет-нет, валим, валим! Он мне сейчас наваляет. У нас тут корабельные войны. Да отвали ты! Я позавтракал, совместив это с завтраком? Что? Господи. Боже, как голова болит. Здорово, таксист. Ну, дистанция крюка, это ж еще надо привыкнуть. Стоять! Что это такое? Катастрофа! Кошмар! Все пропало! Руперт, где усилитель? Руперт, проклятье! Хватит жевать бананы! Куда ты дел огнетушитель? Могу поделиться огнетушителем и ремонтным набором. А вы... ты разговариваешь? Конечно! Руперт не мой, как протухшая селедка. А у меня с артикуляцией все прекрасно. Что, ни разу говорящую обезьяну не видела? Я вообще обезьян не видела, не то что говорящих. Сочувствую. Будем дальше моли считать или все-таки починим корабль? Конечно, сейчас бегаю в трюм. Знаешь, что я тут ночью понял? Если ты вдруг когда-нибудь соберешься все же пройти второе DLC Dead Island, я могу теперь тебе на изи помочь пройти его в коопе. Прикольно. Там такое сделали, да? Докупи ремкомплекты. Сейчас, подожди. Так, готово. Не понимаю, как можно было на корабле устроить целое светопредставление. Сгорел экспериментальный ретранслятор при увеличении напряжения на... Впрочем, не забивай себе голову, деточка. Меня зовут Ева, а не девочка. Ах, да, извини, забыл представиться. Я Рон, специализируюсь в изучении артефактов исчезнущей цивилизации. А это горилла в теле человека Руперт. Не знаешь, где бы мы могли ненадолго остановиться, чтобы пополнить запасы? Тебе повезло, ты у Фазершипа. Тут рады всем, кто ценит чужие жизни и сохранность корабля. Не волнуйся, девочка, обещаю, что буду соблюдать технику безопасности время от времени. Получить от тебя это больше награда, чем наказание. Вот извращуги. Какой-то подарок у меня пришел. Оно всегда было, что можно было в коопе играть. Просто все же прошел его ночью и теперь знаю, что там делать. Окей.
Так, спасибо за предзаказ Black Skylands. Приятной игры, с любовью, Hungry Coach Games. Ничего себе. Серьезно? Лук. Ящик с модом. А вот это что? Жесть! Подкупают меня, подкупают. Смотрите-ка. Так, я хочу лук поставить. Ой. Это просто близкий контакт. Я тебе сейчас такой близкий контакт устрою, запомнишь на всю жизнь. Здорово, докер, и здорово, хаски. Здрасте, мои хорошие булочки мои. Так, ваши делишки. У тебя красивые глаза, оказывается. Получается, что так. Поставить рано в угол, на горохе сидеть, на коленях двое суток без еды и воды в качестве наказания. У меня вроде кто-то в семье наказывал так детей, вот, но слава богу, конкретно в моей семье такого не было, но кто-то из родственников, я помню, я наслышана была о том, что ставили, короче, на соль, ставили на гречку и ставили на горох, который, только вот я не поняла, который круглый или который колотый. Вот, но я представляю, а представляете, на соль ставить? Это ж вообще жесть, она будет впиваться, делать ранки, и в эти ранки будет попадать соль. Это же просто адские муки, мне кажется. Так, это шоп. Окей, так, сюда надо моды поставить, да? То есть мне нужно сначала ее взять? Чешу. А! Господи Иисусе. Так, а это не моя машина. Это не моя машина. Так. Так. Ой, я не то взяла. Господи. Так, взять, взять. Установить. Это что такое? Ствол ПП. У каждого оружия есть 4 вида модов. Чтобы установить мод, откройте планшет на таб, включите вкладку снаряжения, выберите оружие и нажмите Space. Что-то сложное. Сушеный горох с солью и гречкой. Ох, ядрить, яркая смесь. Так, вот этот мод еще тоже ставим. Ствол автомата, окей. Больше модов нет вроде, да? Корабельные снаряды, ремонтный набор. Так, турель. Турель, давай... Давай вот здесь поставим турель. Что здесь происходит? Кто будет защищать нас? Так, ну вроде все. Здорово, Скелмер. Здорово, Металлич. Так, сейчас мы пополним. Угу. Так, что у нас здесь? Установите мод на оружие. А, ага. Так, снаряжение. Давай улучшить. Ага, хер мы тебя улучшим. Нужна оружейная первого уровня. У меня есть оружейная первого уровня? Поговорить. Смотри, ты уже обосновался на фазершипе. Как будто у меня был выбор. Соколы перекрыли все воздушные пути, хотя лаборатория тут неплохая, подойдет для моих исследований. Несмотря на попытки Руперта помочь, мне удалось завершить прототип тура, или она тебе пригодится. Заодно поделишься потом наблюдениями. Так. Турель. Ну давай. Рон, а как вы с Рупертом вообще, ну... поменялись телами? В ходе потрясающего эксперимента, к сожалению, с небольшим побочным эффектом, повезло, что рядом находился он, а не Моль. Теперь хочу повторить этот фокус, так что если найдешь необычные кристаллы, скрытые внутри сложных конструкций, смело приноси ко мне. Что за кристаллы? Наследие цивилизации до раскола. Их можно получить только решив какую-нибудь идиотскую задачку. У древних было странное чувство юмора. Если я разберусь в принципах их работы, то смогу не только вернуться в свое тело, но и собрать для тебя нечто полезное вроде турели.
Ладно, если я наткнусь на кристалл и принесу. Надеюсь, это время ты не взорвешь фазершип. Любой контакт с тобой запомнится на всю жизнь, Леонор. Прак, господи. У вас Килмирок нормально любит, нормально. Но сегодня бот добрый, поэтому да. Чат, кто не слышал, кто не видел новости, я уже, короче, без костылей хожу, прикиньте. Ну, плохо, правда, хожу, но... Но пытаюсь. Так, что у нас тут? Кто меня? Милый пингвинчик, понятно. Так. Ева, хорошо, что ты вернулась. На острове Большой Воды беда. Соколы захватили жителей. Почему ты мне об этом сообщаешь? Ты, я не мой помощник. Где его вообще ветер носит? Он уже полетел их спасать. В одиночку, без приказа, потрясающе. Надеюсь, он еще жив, потому что я хочу свернуть ему шею собственными руками. Его можно понять. Мне тоже тяжело сидеть на месте, когда близкие в опасности. Здесь ведь не столица. Люди относятся проще ко многим вещам. Со временем Питер станет больше тебе доверять. О, снопа. Ты, кстати, здание построила, подойди, посмотри, что там продают. Сейчас. Если не погибнет какой-нибудь глупой смертью, вряд ли Каин снова устроил западню, как на острове Милсов. Почему соколы вообще выбрали именно его? Не мог же Каин заранее знать, что я там выросла, или мог? Так, за рыжую оружейную сталь... А, за рыжую оружейную сталь вы можете улучшать оружие Евы. За голубую, корабельную, вы можете улучшать корабль и его орудие. Угу, хорошо. Напам, окей. Никогда бы не подумала, что увижу фазершип в таком ужасном состоянии. Это ты нашу академию после выпускных не видела. До сих пор не пойму, как она выстояла. Рыжик, если мы хотим защититься от соколов, нам понадобится оружие. Можно восстановить оружейную, но для ремонта мне нужны материалы. Я найду все необходимое. А, Элси, я привезла материалы. Отлично, тогда для ремонта все готово. Сила снаряжения и сила корабля являются важными показателями мощности игрока. Общую силу снаряжения можно увеличить за счет оружия, модов для оружия и артефактов. Общая сила снаряжения является суммой силы этих предметов и отображается наверху планшета. Угу. Теперь вы можете улучшать свое оружие в планшете до 3 уровня. Здорово, рыберюшечка. Да, тут пиксели сегодня. Теперь у нас не будет проблем с оружием. Потом можно модернизировать старое оборудование, но понадобятся новые ресурсы. Так, давай сначала в шоп, да? Шоп. Так, вот это вот можно? Можно. Торговаться. Торговаться. Так, тут расходники. Ящик с модом и ящик с амулетом. Так, стоит 50 и 100. Ну, давай купим. А, он один. Блин. Астероидный уголь. Что с ним делать, Кромик? Продавать или собирать на что-то? Так, бочка, турель, красная кровать, дешевая кровать, зеленая кровать, койка, красный шезлонг, синий шезлонг, фонарь, деревья, доброе утро, лавочки. Девочки. А, так, лавочки, коробки, бочки, кресла, табуретки, заборы, стена, дрова, растения, угловой стол, бильярд, шахматы, так, столы, 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 вагонетка. Зачем это? Украшение для фазершипа? Моерочка, привет! Так. А где тут? А, подожди, я же тебя построила. Что за фигня? А, или не надо в нее заходить, чтобы улучшить, да, типа? Так, снаряжение. Лук. А, чтоб не поняла, подожди, выбрать. Что за... Так, улучшить. Ага, вот, 250 стоит. Полная сила снаряжения 45. А этот лук имба или говно? Вопрос очень. Ну, стоит на него вообще деньги тратить или такое себе? Так. А снаряжение можно поставить еще турельку, да?
Так, ну она одна есть. Больше у меня ничего нету. Так, а что? Что ты хочешь выбрать? Ну, что? Что за бред? А, мне нужно ее улучшить. А. Так. Окей. У меня такого не было? У тебя не было угля? Дурак — это как скилл, да, я поняла уже. Почему сразу дурак? Я лишь написала то, что большинство чатерсов думает. Ну, думайте. Так, тут квест какой-то. Давно не виделись, Ева. Рад, что ты цела. Гарон, вау, ты помнишь какую-то Нордволку? А, ну, слушай, давно это было, извини, ладно? Только не говори, что собираешься защищать Фазершип. С какого раза ты прошел полосу препятствий маршала Элдена? С 7-го? 8-го? С 15-го! Эй! Позвать Арона — моя идея. Я разбираюсь в пушках, но не в кораблях, а он может собрать любой двигатель и помочь с ремонтным с ремонтом корабельной мастерской. Корабельной. Хорошо, говорите, что нужно достать. Так, найдите ресурсы для ремонта корабельной мастерской. Это 2 камня и 2 дерева. Окей. Так. Сегодня, кстати, бот добрый. Можете спокойно проверять любовь и не бояться. Так, что у нас тут? Ящик с модом взять. Ой. Ой, а чё ты? А чё ты? Так. О, приклад снайперки, давай. Так, теперь вопрос. Вот сюда хочу снопу. Где она? Вот она, да? Угу. Улучшить. Нет, подождите, изменить. Во. Приклад. Установить. Нет? А, во. Вот этот. Угу. Так, вот здесь. Так, подождите. Изменить. Установить. Что у нас еще есть? Что-то еще есть? Нет? А, я на ППшку там что-то выбрала, да. Бот, бляха, Санадалика в край опупел. Что такое Санадалика? Ха, ты на финском ругаешься? Чешо. Я не верю вашему боту. Смотри, видишь, он сегодня захейтил всего лишь троих. Это Ромазавр, Килатив и Ветеран. Чисто трое особенных парниш. Сандалика? А, бляха от сандалика. О, все, я поняла. Стример не тупой. Hello. Чем могу быть полезен? Купить хочу кое-что. Так, давай... Два ремонтных или три, наверное. Давай три на всякий случай возьмем, да? Так. Не дотягиваюсь, да? Так, что у нас еще тут есть? Ящик с амулетом. Ну, ремонтных, зато у меня жопой жуй прям. Да, но... Да, сука, остановитесь. Да ладно, не завидуй, шо ты. Просто тебе не повезло сегодня. Здорово, дедулик. Так, чего тут? Чего тут? Увеличит максимальную энергию Лумы. Ну, давай. Так, все. Так, а давайте-ка мы уберем отсюда всю руду и сложим ее на склад. Можно так сделать? Походу нельзя. Только в трюм корабля. Реально, только можно положить сюда. На фазершипе нельзя оставить? Блин. Надо лотерейный, что ли, взять? Ты уже положила на склад? Нет, я положила в трюм. Вот, видишь?
А склад это где? Подождите. Склад это типа лично у меня? А трюм это на корабле? Или нет? Господи, как это работает? Я не понимаю. Склад это где? Чтобы максимально перемещаться на расстоянии между пропастями, прыгаешь вниз и уже потом выпускаешь крюк. Да насрать! Что со складом? Трюм это корабль. Да я знаю. Склад. Что такое склад? Это то, что я ношу с собой, или это я на фазершипе храню? Это ты. Понятно. Ну ладно, пускай будет так. Чё? Так. Так, мне нужны ресурсы, да? Ну вот есть дерево, а здесь есть дерево, непонятно, да? Поехали сюда. Блин, там этот большой красный корабль. Я вообще не знаю, как я его смогу завалить, хоть когда бы то ни было. Ай, чуточек. Чуточек нехорошо. Да в жопу себе потыкай. Что это за камушки? Ай-ай-ай-ай-ай. Почему я не могу это забрать? Я не понимаю. А-а-а! Стоп, а как? А как? Что-то я не вдупляю. Приколюха какая-то. Почему корабль похож на пипирку? Потому что ты маленький извращушка. Особо кто-то есть. Ай. Да ёб твою мать. Так, только один у нас, да? А нам нужно два.
Так, все, вроде тут мы все сделали. Так. Как убрать метку, теперь вопрос. Ага. Так. Ну, пошли сюда попробуем. Чё, посмотрим, что это. Не я один в этом чате извращенец, ура. Ну, как бы да. Так, это... А что с этим кораблем? Так, там большой корабль рядом, не хочу. Блин, ну на этом корабле чуть-чуть не те ресурсы, что мне нужны, ну ладно. Это что такое? Что это за значок был? Ай-ай-ай-ай-ай. Мне типа сюда еще рано? Слушайте, походу мне сюда еще рано. Да почему ты у меня не хочешь? Ой-ой-ой, у меня что, снаряжение пошло по жопе? А чем отличается вот это от вот этого? Ничем. Класс. Ладно, пускай будет. Здорово, Овнет. Не меня одного извращенцем назвали? Ну, туда. Туда. Так, ладно, возможно, сюда мне еще рано. Ну, поплыли тогда сюда. Здесь вот какой-то новый запрос. Вот неизвестный сигнал. Давайте сюда лететь, окей. Так, вот этого надо завалить, кстати. Изи. Уроном отличается скорострельностью, разброс... Так, все, поняла. Моль хорошая тут штука. Да господи, я не понимаю. Здесь, короче, иногда инверсивное управление, а иногда нет. Какой бред. Астероидный уголь нужен для плавки руды. Собирай и не трать его. Хорошо. Хорошо, хорошо, хорошо. Так, что у нас там по заправочке? Жесть, хорошо. Блин, на самом деле я так рада, что у меня есть люди, которые... Ну, понятное дело, кто-то там ненавидит пиксели, но есть те, кто любит.
Блин, точно, мне же надо сделать фотки и пост. Господи, я только сейчас вспомнила, девочка спросила же. Ё-моё. Надо будет сегодня-завтра сделать. Так вот, вот, что мне не страшно, знаете, запускать пиксельные игры и... Не боюсь, что у меня онлайн в жопу упадет. Что кто-то все-таки это у меня будет смотреть. Похилься и аптеку пополним. Так, вы... А это бесплатно же? Вроде бесплатно. Так. Ё-моё. А пока я не на корабле, меня не это, не трогают? Надеюсь. Нормально. Ай. Я ради тебя на стрим прихожу. Ну, ты красавчик. Ой. 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 Да кто меня трогает, козлы вонючие? Так, ну тут вроде все. А! Ядрить твою налево. Стой, чего тебе? Я не понимаю. А, надо зажать. Ой, господи. Там клад был? Я пропустила клад. Ну, сейчас я всех завалю и пойду посмотрю. Так, ну тут вроде нету ничего такого, да? Вроде нету. Ваня Грозная, ты тоже пиксели любишь? Так, клад, клад, клад. А, реально клад. Двести год после раскола, 29 февраля. Узницы едва не казнили Патрика из-за какого-то плевка. До Пуласпия мечтает плюнуть в гадкую губернаторскую рожу. Гектор быстро смекнул, к чему идет дело, и поднял отряд небесных волков. Мы еле отбили беднягу, а потом бежали из Тортлтауна, господи. Можно и так сказать? А если поточнее? Слушайте, а я вроде этот остров зачистила. Почему он красным светится до сих пор? Как странно.
Ай. Да что ж ты сделаешь, а? Что-то мне кажется, это босс. Ха-ха-ха! Нет, нужно в правильном порядке. Поняла. Сейчас чихну. Включили кого тебе включ... А, свет. Красная, потому что группа островов. Ага, поняла. Опа. Опа. Кажется, это те самые кристаллы, о которых говорил Рон. Да-да-да, это оно. Глаз за глаз, зуб за зубок. А, зуб на зубок. Вырви каждый позвонок. Нормально, спасибо, чат. Не забудь деревню сжечь. Осуждаю. Что там дальше? Ладно, ла-ла-ла. Что? Что за наркомания, блин? Я тебе сейчас... Дурак какой-то. Нельзя зайти, да? Ай-яй-яй, ай-яй-яй. Там с тобой бочки нет? Бочки нет. Ой, я как-то патроны пополнила. Да господи! Нет, нельзя. Странно. Ну ладно. Ты все больше привыкаешь к игре, так что и с кораблем освоишься, я в тебя верю. Не-не-не, особенно когда есть инверсия, у меня прям жопа горит каждый раз. Ты просто не понимаешь, что я молча сижу и терплю. Но в целом игруля прикольная, кстати. Вы, если что, если хотите что-то мне сказать, а я не вижу, тегайте меня, потому что вы не тегаете, я не вижу. Вы мне пишете или вы там любовь проверяете, там бот что-то спамит, еще что-то, я могу потерять ваше сообщение. Вот здесь где-то какой-то ящик, но я не могу сюда зайти почему-то. А почему? А, ну не здесь. Вон он. А, не туда чуток. Да господи. Ага, все, я теперь не могу, да? Поняла, ладно, давай на корабль отнесем. Я почти все закрыто уже. Ой, я зря патрон потратила. Так, ну вроде это я зачистила.
Почистила же, вроде да. Так, я вот думаю, может быть. Так, вот сюда съездим. Хотя, с другой стороны, можно и сюда еще пока съездить. Ладно, давай. Почему она так ставит? Ну ладно. Разворот. Эть, поехали. Стоять! Бояться! Стой, стой, стой! Ты куда? Ты стой! Стой! Стой, кому говорят! Стой! Куда поехав? Да почему? Тут все, больше ничего нету. Вроде больше ничего. Господи, как сложно. Ай. Ай, как вас много. Ой-ой-ой, ой, бляха-муха, ой, бляха, ой, бляха, подождите, тут с луком не получится, ай! Ух! Я справилась. У меня, правда, больше нету патриков, да? О, мне там эти выпали. Хорош. Ха-ха, сосать. Даже ничего не сделал. Лох. Просто лох. Ой, там надо было... Это не инверсия, а по часовой... Ну, короче, дурацкое управление меня бесит. Я не люблю такое в играх. Я не понимаю его. У меня мозг ломается, когда я это делаю. Древние источники, которые мне удалось найти, говорят, что в 2134 году старой эры на поверхности упал метеорит. Его называют причиной большого раскола. Но некоторые хронисты пишут о глобальной катастрофе только 6 лет спустя. Даты не сходятся. Если не камень из космоса, то что же уничтожило планету? Проверяю все закоулки. Там могут быть проходы в пещеры. Ага. Редко, но все же... Ага, поняла, да. Ну, я так периодически и делаю. Это что вот это сейчас появилось? Что-то я не поняла. Вы видели, вот это сейчас появилось? Или оно разрушилось наоборот? Я не поняла. Оно разрушилось, оттуда челики выбегали. А-а-а! А, это типа посмотреть всю карту ближайшую. Поняла.
Так, ну, это все, конечно, класс. Блин, а тут дерево. Мне нужно дерево вроде, да? Ладно, давайте еще сюда сходим. У меня вроде на одну... Ой, блядь, ты дурак! Собака со щитом, что ли? Иди нахрен. Почему? Так, тут есть что? Это вышка из АЭС. Ну да, наверное. Так. Чего? Весы? Нет, тут не то. Тут, короче, загадка. Нужно в правильной последовательности. А, в правильной этой, да? Так, вот это получается тяжелее квадрата. И круг... Это тяжелее квадрата. А треугольник? И треугольник. Короче, треугольник самый первый получается. Ну, в смысле, квадрат, господи Иисусе. Так, дальше треугольник и вот этот. Так, треугольник, это понятно. Дальше треугольник и крестик. Так, этот тяжелее треугольника. Получается, вот этот следующий, потом вот этот и вот этот. Нет? Ой. Ну, этот тяжелее. А в чем смысл тогда? Или надо от самого тяжелого к самому легкому? Да нет, обычно с самого легкого до самого тяжелого. Кромик, подсказывай, я не поняла. Кто собака со щитом плюс чат? Я паук. Вы нам развлекаетесь, как только можете, да? Что-то темнеет. Так слишком просто. Вот так вот просишь подсказку. Помоги. Ой, ты знаешь, что-то слишком просто. Не буду тебе подсказывать. Понятно, понятно, понятно. Так и запишем. Понятно. О, опять дождик. Класс.
Так. С весами все правильно сделала. Ну так и чё? А чё она не хочет больше? Подсказка была, но впадло. Понятно, спасибо. Спасибо, ребят. Лучшие, лучшие просто. Очередность, видимо. Так, а... Просто я не понимаю. Ой. Ну, получается, вот этот самый первый, потому что он самый легкий. Вот этот, походу, самый тяжелый. Нихуя. Что, может, наоборот надо их? Я не знаю. Серьезно, блядь? Кто такое делает в играх рот твой наоборот? Все делают от легкого, сука, к тяжелому. Даже в лиге недавно был такой квест. Там от легкого к тяжелому, а не от тяжелого к легкому. Рот, блядь, наоборот. Сука, бесит. Так. По-разному бывает, ничего не знаю. Я знаю только это. Так, ну все, полетели тогда. Так, только, получается, надо выехать отсюда. Я тут не развернусь, наверное, да? Че, все, это тоже не взять? Не взять, походу. Ладно, разворачиваемся. Ай-ай-ай, не туда меня занесло. Арабы справа налево читают, может, из-за этого. А тут что это? Думаешь, арабами создавалась игра? Может, отойдете от края? Говорят, до дна падать долго. Еще говорят, что если долго падать, то приземлишься на острова с обратной стороны, а я уже давно на дне, как и моя команда. Нет, постой, команда в желудке Кракена, чтоб у него ни сварения случилось, один я остался. Кракен? Их же не существует. Они об этом не знают, вот и нападают из-под тишка, ломают корабли и судьбы. Берегись больших облаков и льда, малышка. Хотя, когда увидишь лед, будет уже поздно. Что нам делать с пьяным матросом? Пускай лежит, что с ним делать-то? Что с ним делать?
Я привезла твои камни, хотя не понимаю, чем примечательны эти штуки. Это не камни, девочка. Энергокристаллы – носители информации и искусственные накопители. Они являются великолепным образцом технологического прогресса древней цивилизации. Согласно источникам, раньше люди даже летали среди звезд. Звучит как волшебная сказка, Элси их обожает. Сказка или нет, но однажды они помогут мне вернуться в собственное тело. А сейчас давай посмотрим, что можно приспособить для твоих нужд. Чем больше я узнаю, тем больше понимаю, насколько древняя цивилизация была величественна. Фантазировать о прошлом – пустая трата времени. Возмутительное пренебрежение к истории. Без знания о прошлом мы не разберемся в настоящем, девочка. Не понимаю, как ты помнишь кучу фактов, но постоянно забываешь одно имя. Меня зовут Ева, а не девочка. Извини, обязательно отмечу в своих заметках, девочка. Ну и чё? А, вот. Так, у меня 5 их, да? Силовой щит. Ну, давай силовой щит бахнем. Так, а на вот это нам не хватает одной штучки, да? Окей. Рон, я слышала странный шум из лаборатории. Это Руперт опрокинул стеллажи с инструментами? Да-да, Руперт неуклюж, знаю. Он хуже тюленя в посудной лавке. Но что ты хочешь от обезьяны? А ты не пытался его дрессировать? Девочка, он научился натягивать на себя одежду и застегивать пуговицы. Не требует бедняги невозможного. Здорово, Кверти. Странно, что у мужика в руке банан, а у Кинг-Конга... У них, типа, поменялись эти... Как это называется? Мышление? Сознание? Все готово для ремонта. Отлично, корабельная мастерская позволит улучшать корабли и вооружение. Ты только о пушках и мечтаешь, но не забывай о современности, сопротивлении материалов и траекториях. Небо никак... небо. Иногда ты такой зануда, Аарон. Чего? Теперь вы можете улучшать свой корабль и корабельное вооружение на планшете до 3 уровня. Окей. Я кушать хочу. Я уже набросал чертежи для улучшения твоего судна. Тебе понравится. Так. И где? Что здесь происходит? И где? Ой-ой-ой-ой-ой. Так, лук. Я могу тебя улучшить? Я хочу тебя улучшить. Ты кайфовый лук. Лук-лучок. Лучочек, милый мой лучочек, кушу тебя я за мой бочочек. Лучочек, милый мой лучочек. Наелся арбуза, теперь даже двигаться больно. Ну нахрена ты вот это вот, как хрючево жракал. Увеличивается шанс критического урона, если здоровье Евы больше половины. Такие выломанные из породы и необработанные кусочки, добытые в шахтах Хакспи и шахтеры, используют в качестве оберегов. Давай. Thank you.
А что делать? Он нападает. Да я ему ничего не наношу. Надеюсь, он отъедет и все. А как с ним драться-то? После того, как я улучшу корабль, типа... Да в смысле? Ну я же... Бесит, господи. О, ствол снайперки, хорош. Хорош, хорош. В чем разница скачать телегу с ее сайта и у майков? Не знаю. Так, сейчас я в секунду гляну, у меня там еда приехала, не приехала. Ну, слушайте, походу приехала, можно пойти покушать. Ну, если что, это, ну, кушать-то я буду прием. Я там просто себе заказала, типа, сок гранатовый, там такое. Понятно. Так, что у нас еще есть? Все. Походу, все. Здорово, Виви. Race fire. I can speak with you in English, but I understand don't understand what you writing. Да какие гайды? Так. Что мне делать с вот этим вот всем добром? Это просто жесть, оно охренеть сколько места занимает. Я, ну, мне придется постоянно летать туда-сюда, чтобы вот это вот все сделать. Это пипец неудобно. Гранит, красное дерево. Гранит. Камень, дерево. Руду и уголь на склад. Ты меня не услышал? Я сказала, вы если что-то пишете мне и хотите, чтобы я на это обратила внимание, вам нужно меня тегать, а не кидать ваши эти... Это все, конечно, классно, но...
Ну, отъезжай. Так, по сюжету мне хрен знает куда надо. Я хочу еще вот этот остров зачистить, и тогда уже можно пойти. Давайте тогда объедем здесь, соберем вот это все говнище, да? Боже, нет, подождите. Давайте сделаем перерыв, я пойду поем. Пойду поем, потому что не могу. Так. Я гусь, я на тебя доебусь! Что такое? Да, на Ютубе у меня больше вообще не грузят ролики. Волшебную программу я пока удалила. Так, ну давайте глянем, я не знаю, на каком-нибудь Рутубе, может, есть что-то про еду. Так, а где оно тут? Вот, соцсети, Рутуб. Есть уже на Рутубе что-то интересное или нет? Каталог. Так, авто, аниме, блогеры. Ой, еда. Так, ну тут в основном рецепты. Что-то мне это все не нравится. Обзоры заведений. Ну тут в основном, блин, рецепты бесят. Наши еще не снимают таких эстетических видео про еду, походу. В основном снимают только про это. Хотя вот какой-то есть занимательный. Покупаем диски с готовкой. Да не, мы бы посмотрели, просто волшебную программу я удалила, пока я там проверяла с этим самым... С синим экраном, что там есть, нету. Господи, как я жрать хочу, я еще эту еду смотрю всю. Я сейчас чокнусь просто. Да, все остальное в основном это не то. Вот есть какой-то шеф. Но у него видео в основном все по 15 минут. Десять минут, 9 минут. Это маловато. Я за это время только до кухни дойду. Блин. А я не знаю, есть ли тут автовоспроизведение следующих... Следующих этих самых. Блин. Я нашел новый метод обхода через браузер UR. Грузит без проблем. Не хочу я никакие себе браузеры устанавливать. В жопу их. Куки-внуки есть какие-то. Куки-внуки. Так, что вы мне расскажете, куки-внуки? Он там с детьми, что ли, готовит или что?
О, есть самгак кимбап. Давайте его смотреть. Блюдо дня. Резиновый гамбургер.